Итак, сегодня 22 мая. Мы находимся в аэропорту Ньюарка, и через где-то полтора часа наш самолет стартует у Лас-Вегас. Мы начинаем новое наше путешествие, и сейчас мы вместе придумаем название этому второму путешествию. В прошлом году это было «Кольцо антилопы». В этом году одно слово известно – это «дневник». Мы начинаем с дневника. А дневник чего, мы скажем в следующем передаче. До встречи! Лас-Вегасе. Сегодня 22 мая, четверг, и мы начинаем наше путешествие с Ньюарка, Нью-Джерси. Мы придумали название нашему путешествию, нашему дневнику, отчету. Это будет 10 Ways to See. И оказывается, в моем списке, который я вчера составляла, получилось ровно 10 пунктов.